Добрый день, дорогие друзья! С вами чайная компания Самовар Тайм. И сегодня мы с вами приготовим тибетский чай. Жители Тибета считают, что этот напиток самый полезный и питательный во всем мире. Один тибетец в течение дня может выпить до 30 чашек такого чая. Чтобы приготовить этот необычный напиток, объемом 250 мл, нам потребуется полстакана молока, чайная ложка чая, четверть чайной ложки соли, также столовая ложка масла и четверть стакана воды. При приготовлении напитка по-тибетски, особенно на первых этапах, следует быть очень внимательным. Медленно помешивая, разогреваем молоко и непосредственно перед закипанием высыпем чай. Обратите внимание, что молоко не должно пениться. Самое время добавить чай. После закипания следует добавить воды и вновь дождаться закипания. Наша смесь вновь закипела. Добавляем столовую ложку масла. И тщательно перемешиваем. Ну вот у нас практически все готово. Теперь емкость следует снять с плиты. Добавить соли. Этого будет достаточно. Все это тщательно перемешать и процедить через сито. Ну что, наш чай готов. Только помните, что пить его нужно маленькими глоточками, постепенно привыкая ко вкусу. Консистенция очень жирная, поэтому употреблять его следует только в горячем виде и отдельно от других продуктов. Приятного чаепития, друзья!